27 кастрычніка ў краіне будзе адзначацца дзень аўтамабіліста і дарожніка. З гэтай нагоды сёння ў Гомелі адкрылі спецыялізаваны музей і правілі ўрачысты сход з узнагароджаннем лепшых супрацоўнікаў адкрытага акцыянернага таварыства «Гомель Абл Аўтатранс». У цэнтры святочных падзей аказалася і наш корэспандэнт Яўгенія Кухаронак. Сёлета открытое акционерное товариство «Гомель Абл Аутотранс» отзначило 75-годие с моменту заснования предприятия. 1 червеня 1944 года – официальная дата утворения Гомельского областного аутотреста. С нагоды юбилейной даты еще у початку бягучего года на предприятии вырашили выставить свой грунтовный летопис на всеогульный огляд. Так зародилась идея створения музея «Гомель Абл Аутотранса». Для увасобления задумки у житё спотребилось 10 месяцев. С начала года мы начали работу, начали собирать документы, начали собирать артефакты, дали клич на всю республику, чтобы нам помогли вот то, что сегодня находится в этом музее, документы, какие-то технические средства. Это все благодаря нашим ветеранам, благодаря нашим филиалам, которые нам любезно их предоставили. Цікава, што пачынаецца музей са стэндаў, якія распавядаюць пра гісторыю аўтобусаў і грузавога транспарту. Затым ўжо ідуць асобныя вехі гісторыі прадпрыемства. Завяршаецца экспазіцыя фактамі сучасных будняў работы транспартнікаў. Вось некалькі лічбаў. Гомель Абл Аўтатранс сёння аб'ядноўвае 13 філіялаў, у якіх працуе 4100 чалавек. 500 тысяч жителей нашай области мы перевозим ежедневно сегодня нашими автобусами. И около 12-15 тысяч тонн грузов ежедневно нашими грузовыми автомобилями. Это то, что сегодня представляет наше предприятие. Значение автомобильного транспорта, как бы там ни было, в настоящее время не изменилось. Оно играет огромную роль как для экономики страны, так и социальную роль для населения, потому что в целом по стране до сих пор основную долю пассажирских перевозок выполняет автомобильный транспорт, ну и значимую долю грузовых перевозок. З нагоды надыходзячага професійнага свята адкрытае акцыянернае таварыства «Гомель Абл Аўтатранс» запрасіла сваіх лепшых супрацоўнікаў на ўрачысты сход. У яго рамках заслужаныя ўзнагароды атрымалі прадстаўнікі самых розных прафесій – ад вадзіцеля да слесара, ад кандуктара да начальніка рамонтнай майстэрні. Нагрудныя знакі, медалі, ганаровыя граматы і падзякі. Асобнае віншаванне атрымала Таццяна Хамец – адзіная жанчына на прадпрыемстве, якая водзіць пасажырскі аўтобус. Дарэчы, яна прыйшла ў педрыкаўскі філіял літаральна этим летом. То, что я стала водителем, это, конечно, спасибо моей новой профессиональной семье. В первую очередь вот Николай Николаевич, который мне доверил вот такую должность, ну, поверил меня, это очень дорого стоит. Завершился урочистый сход на самой высокой ноте. Были объявлены имены работников «Гомеля Абл Аўтатранса», які у знак громадского признания за добросумленную працу и профессийное майстерство занесены на дошку пашаны. Евгения Кухаронак, Валерий Хапанько, телерадио компания «Гомель».